Всем привет-привет! С вами канал Артмания, и вас поздравляю я с Пасхой! Христос воскрес! Вы не отвечаете. Желаю вам счастья, здоровья, добра, развития вашего канала и всего того, чего вы пожелаете себе сами. Вот. Мы с вами пекли вот такой вот замечательный куличик. Он разноцветный, если вы увидите. Очень вкусный, обалденный. Там очень много изюма, это самое главное. В магазинах такого нету. Там много изюма, очень вкусный, обалденный, очень мягкий. Вот. Обязательно посмотрите мой рецепт, как я пекла этот куличик вместе с вами. Обязательно ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Пишите свои комментарии, что вы насчет думаете. Получился у меня или нет. Мне кажется, у меня получились куличики очень даже симпатичные, очень красивые. Такие, знаете, они радуют глаз, на них приятно смотреть. Давайте с вами посмотрим еще чуть-чуть. Вот такая у меня тарелка. И всегда получается у меня по этому рецепту 4 штуки. 3 маленьких и 1 большой. Обалденный. Они прям обалденные, очень красивые, очень такие. Я давно очень вам обещала испечь вместе с вами этот кулич, но у меня никак не получалось, потому что ко мне все время приезжали гости. И я постоянно убиралась, постоянно была занята, и уже просто не было сил, чтобы испечь куличик вместе с вами. Но в этом году наконец-то ко мне никто не приехал, и мы вместе с вами наконец-то пекли куличик. Наконец-то, спустя 3 года обещаний. Вот, я считаю, что он получился очень классный, очень красивый, яркий. Естественно, я добавила несколько видов глазури. Там было даже 3-4. Да, 4 цвета. 4 цвета. Ставьте лайк, он получился необыкновенный. Очень красивый. Мне нравится. Обалденно. Всем спасибо за просмотр. Не буду вас забалтывать, отвлекать. Снова поздравляю вас с Пасхой. Наконец-то она наступила. Наступила она. Да, кстати, наступила она в этом году. Уже появились листочки, уже было тепло. И уже травка, уже одуванчик, кстати, есть. Несколько одуванчиков я уже видела. Мне кажется, в предыдущие года такого точно не было. Может быть, раз в 10, или 20, или 30, или 50 лет. Не знаю. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Христос воскрес! И всем пока-пока!